99-я поправка. Пожалуйста, Бакулин, Галкина, Камолова, Натях, Резник, Трахманенко, Шишкина. Пожалуйста, Максим Львович, вам слово. Уважаемый Вячеслав Серафимович, уважаемые коллеги, я не знаю, что еще добавлять. Это парк Малиновка. По-моему, уже все в городе понимают, что там нужны зеленые насаждения, кроме незначительного большинства депутатов. Ну, может, пора уже присоединиться ко всему городу? Спасибо. Пожалуйста, Михаил Иванович. Коллеги, действительно, история эта довольно-таки старая. Мы десятки раз уже обсуждали в разных вариантах ее. И, собственно говоря, там был предоставлен земельный участок. Сейчас направлено им, к КИУ поручено расторгнуть этот договор. И направлено религиозной организации для подписания проекта соглашения о прекращении действия этого договора. В такой момент, мне кажется, это просто невежливо и неправильно было бы. Ясна ваша позиция. Кто за то, чтобы принять поправку, поданную Бакулиным, Галкиной, Камоловой, Натягом, Резником, Трахманенко, Шишкиной, прошу подготовиться к голосованию. Идет голосование. За 12, воздержался 0, против 0. Мы не приняли эту поправку. Теперь по поправкам 100, 101 с пакетом. Ставлю это в предложение было Анохин. Ставлю на голосование Натягома, Резником, Трахманенко. Пожалуйста, Максим Иванович. Уважаемый Вячеслав Серафимович, уважаемые коллеги, речь идет об отмене застройки бывшего фарфоровского кладбища. Мы хотели поблагодарить Андрея Юрьевича Анохина за то, что он снял похожую поправку. И, если позволите, я все-таки дал справку. Мне кажется, некорректно, когда Михаил Наумович Бродский дает оценочные суждения, что вежливо, а что нет. Вы считаете, что невежливо подавать поправку в защиту интересов жителей, а я считаю, что невежливо по-хамски бортовать их, который год. Так, понятно. Уважаемые коллеги, Михаил Наумович, по 229-й поправке. Ну, я никакого отношения к вежливости... Михаил Наумович, ну вы-то... Вас комментарий по 229-й поправке. Ну, смотрите, эта территория, 229-й поправка, эта территория входит в состав двух земель.